Некоторые казахские ученые там, или люди просто считают, что Чингисхан был казахом. А мы, конечно, монголы считаем, что он был настоящий монгол. Но я думаю, что Чингисхан не должен нас делить. Он должен нас объединять. То, что он оставил, это, конечно, огромное наследство. Мы должны вместе все это изучать, проводить общие раскопки, изучать и, значит, генетически, значит, изучать друг друга и находить те общие корни, которые у нас есть.